siempre te proyectan 7 a ti. Весьма сожалею, но я принял такое решение посадить наблюдателей на это состояние и объяснить, потому что я вашу просьбу удовлетворить не могу. Я считаю, что вы нарушили избирательные законодательства. Это ваше право. Не дав мне возможности видеть реально избирательную картину. Понятно. Вы не считаете, что вы мешаете? Нет, я не считаю. А если мы все, посмотрите, 30 человек придем туда, и что будет? Вы же не мешаете. Почему я туда могу пойти наблюдать? Пожалуйста, дайте отвечу, я разберусь с этой ситуацией. Уважаемый господин наблюдатель, еще раз сообщаю вам, вам реально предоставлена возможность реально наблюдать за объектом, за процедурой, но не за предметами, отдельно вычищенными какие-то определенные позиции. Поэтому я считаю, что я прав. Либо вы подчиняетесь моему требованию, либо вы покидаете участок. То есть вы говорите, что если я не буду реально находиться здесь реально, то есть буду находиться реально, то вы реально мешаете. Вы меня удаляете с участка. Если вы реально мешаете, поэтому если вы не писаете на свое место, я просто вынужден вас удалить. Я на свое место не писаю. Тогда я вынужден вас удалить с участка, как мешающему проводить подсчет голосов. Честь имею. Честь имею. Нет. Вон нормально. Нам кажется, очень даже превышает. А я думаю, что вы ошибаетесь. И очень сильно. Спасибо.